По факту гибели рабочего в Красноярске возбуждено уголовное дело. На минувшей неделе «Вести Красноярск» рассказывали, что в районе Северного шоссе обрушилась балка, а шло строительство автомобильного моста. В результате один из монтажников госпитализирован. На 46-летний электрогазосварщик скончался в машине скорой помощи. Ведется следствие по статье «Нарушение правил безопасности при строительстве». Назначена судебно-медицинская экспертиза, назначена строительно-техническая экспертиза, а также иные исследования, которые позволят установить лиц, виновных в данном происшествии.